Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на камере IL 4K Action Kit можно изменить остроту. Заходим в настройки, опускаемся вниз, выбираем Sharpness и выбираем низкое, среднее или высокое. Далее смотрим, нравится нам так или нет. После чего меняем и, собственно, выбираем ту, которая нам больше всего по душе. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!